произнесли клятву и прошли обряд посвящения. Более 2000 югорских первокурсников приняли участие в параде студенчества в Сургуте. Уже по традиции в мероприятии приняла участие и губернатор Наталья Комарова. Все подробности в репортаже Светланы Чанцевой. Самое масштабное посвящение в студенты. Парад проходит параллельно во всех регионах нашей страны. Ежегодно шествие объединяет сотни тысяч первокурсников. В Югре в колонны встали более 2000 вчерашних выпускников школ. Студенты Ханты-Мансийского автономного округа к этой традиции приобщились 3 года назад. Грандиозное посвящение придумали, чтобы сплотить и сблизить, дать возможность новоиспеченным универсантам почувствовать себя частью большой российской студенческой семьи. Это огромная честь, потому что быть первокурсником – это один раз в жизни. Я очень рада, что я побывала на этом замечательном параде для студентов. Моя мечта сбылась, я готова учиться, познавать новое, чтобы добиться желаемого и стать настоящим переводчиком. Уже совсем сформированная, а главное, большая и дружная югорская студенческая семья со своей историей и традициями. Ежегодно вузы и СУЗы Ханты-Мансийского округа готовят десятки тысяч молодых кадров. Студенты из других регионов все чаще выбирают профессиональное образование в Югре. Хороший, красивый универ. И отзывы увидел хорошие о нем. Да, а у вас такого нет? В Тобольске нет. 86 лет назад в Югре появилось первое образовательно-профессиональное учреждение Остяково-Агульский педтехникум. И десятки лет спустя альма-матер дает главное – уникальные знания, только теперь по сотням востребованных специальностей. Буду опираться на классика Ивана Сергеевича Тургенева, который заметил. Народная пословица есть такая – знание – это свет. Но вот Иван Сергеевич считал, что знание – это не только свет, но и свобода. Ничто не освобождает человека больше, чем знание. Я желаю вам свободы, приобретения знаний, умений. Первокурсники дают клятву российского студенчества и проходят обряд посвящения. Впереди у них насыщенный учебный год и первые сессии. Светлана Чонцева, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.